приветствую всех. Продолжаем жизнь после. Это у нас будет уже четвертая серия. Мне игрушка очень понравилась. Вообще шикарная просто. После Биошока это просто шедевр. Итак, нам нужно отдать бинты нашему другу Бухарю. Сейчас надо вспомнить управление. Я уже многое тут позабывал. Так, ушки. Карта у нас, да? Мы находимся здесь, так? Бухарь у нас. Где у нас Бухарь? Так, не обращайте внимания, там за стенкой сумасшедшая живет, поэтому орет на детей, как непонятно кто, поэтому, может быть, будет слышно. Так, ну что, выходим. Тут должно быть сейчас ходячее, поэтому... Так, стоп. На какую кнопку у нас выбор? А, вот. Так, холодное оружие. Сохраняться можем только возле байка. То есть нам больше сохраняться нигде нельзя. Максимально с боезапасом. Плохо, что камера у нас очень близко так. Там есть что-то открыть. Можно. Бухарь, слышишь меня? Бухарь, возьми рацию, придурок. Я чувствую, не отвечает. Где его черти носят? Я чувствую, что Бухарь у нас, скорее всего, уже инфицирован. Металл нужен. А уж байка, также мы спойдем газет и станем некоторых материалов. Хорошо, спасибо, что сообщаете. А то порой непонятно, что в этой игре делать. Так. Нам явно не сюда. Но я просто проверю, может, что-нибудь где-нибудь залутать можно будет. Ну, все хочется жадности. Сент-Джон, это Коуп. У меня радиосигнал пропал. Когда доберешься до вышки, восстанови связь. Я заплачу. Так эти люди, ты их знаешь? Прервать вещание свободного Орегона, это похоже на месть. А знаешь, ты угадал. Они были в моем лагере. Но им, видно, не по нраву был запрет на воровство, насилие и убийство. А может, они просто, как и я, устали слушать твою параноидальную чушь? Отбой. Может быть. О, у нас тут бензин. Кстати, стоп, а топливо нам надо. Канистра. Блин. Нам надо как-то заныкнуться. Свалить от. Это чучело. Что это? Как тебе? Еще один трофей. А как я так вообще спалился? С непривычки. Отвык. Самодельная. И что здесь? Максимально бинту. Мне бы взять канистру бы. Пойдем к нашему байку сейчас. Блин, там много чего лежит. Ну что ты делаешь? Скроем машину сейчас. Ничего, ладно. Все, валиваем отсюда. Идем к нашему дружище. К Бухарю. Он мой байк. Надо его заправить. Ставим здесь. Жалко, что с байком нельзя с собой брать ничего. Так, как фонарь отключить? Мне... А, быстрое сохранение? Давайте сохранимся. Так.
Я вообще сейчас не газую. Поехали. Я не знаю, можно ли вообще лутать в этот мир. Смотреть, где что можно будет приобрести. Главное не повредить байк. Вообще он ломается в этой игре. Если я аккуратно буду ездить, как бы. Там все коптит. Не понял. А, тьфу, я испугался, что это. Давайте зайдем. Сейчас наш дружище с ним что-то станет. Я вот это чувствую просто. В этой игре все так не может быть нормально. Нет. Эй, Бухарь, я принес кое-чего тебя полечить. Угу. Сейчас от Бухаря ничего не осталось. Или умер. Бухарь. Или... превратился. Бухарь! Эй! А? Что? Эй! Да тихо ты, псих! Чертик! Я ж тебе чуть башку не снес. Короче, покажи-ка мне руку, а? Нет, нет, не покажи надо, мне руку. Не надо. Не надо. Все, все, псих. Если у тебя рука так болела, что бы ты говорил. Дик. Спасибо. Я это поправлюсь. Все заживет. И что? Удрали. Смысл удрали. 65%. А что я еще должен был сделать? Ну, ладно. Лагерь Коплина. Доверие. Хорошо. Спасти Бухаря. Встреча с Неро. Конец света. Ничего не понимаю, что там нужно делать. Так, сюжетная работа. Идет недавно. Должен был отдать. Найти засадный лагерь. Каскаду. Отправляемся туда. Знаете, такой этот Ведьмак по вызову называется. Все должен исполнять, а не то что-то делать. Блин, волки! Я с ними уже встречался, правда, я вырезал этот момент. Не очень меня радует. И еще. Похоже, что уходя, они забрали несколько автоматов и дробовиков. Будь осторожен. Да уж, Коп, спасибо, что сказал. Делаю, что могу. Отбой. Делаешь, что можешь, Свинце. Стоп. Я не сюда еду. Мечтал только себе байк купить. Мечтал. Сейчас не знаю. Пока в размышлении. Кататься по мне. Так, 88 метров. Давайте. Опс. Да, так беспалевно прям. Там люди! В смысле?
Там люди. Ага. Он не писал. Это я возьму. Ну я, наверное, просто приехал, как бы так. Притык. Калаш, конечно, хорошо. А что он мне заменит? Основное оружие, правильно? Калаш мне заменит этот арбалет. Знаете, что я лучше с арбалетом постреляю, пока покажу. Патроны заберем, пока калаш не будем брать. Я с винтовкой больше люблю. Давайте сохранимся сейчас здесь. Быстренько. Раз. На всякий случай. Если я играю по стелсу, то мне тут как бы автомат калашников не очень-то и выходит. Я прохожу-то впервые, поэтому не знаю, где тут кто. Ага. Сколько их там? Я хотя бы по стелсу убрать самых этих. Попробуем подкрасться. Прям за спину. Ой, это рискованно. Привет! Есть. Там кто-то есть. Это кто вообще? Это люди! Всем хедшоты, всем по хедшоту. А болты он может забирать? Я, правда, ничего не понял. Опа, меня запасли. Вернее, могут запасти. Но арбалет очень мощный, кстати. Повешенные люди. Зачем такое делать? А как грейдить вообще оружие? Интересный момент. Не знаю, сочтется мне это, не сочтется. Держись, иду к тебе. Какой пощады. Я просто не понял вначале, вообще хороший это человек или просто она так кралась ко мне, как подходила. В принципе. Тут все по максимуму. Ну, давайте. Заберемся наверх. Это люди! Ты крутой! О, меня спалили. Зря я так. Стелс здесь. Как бы там. Какая красота. Стелс в том, что именно убрать всех куда-нибудь. Давайте постреляем с винтовки. Откуда пали? Полечимся. Он попадает по мне? Стоп, а как он мне вообще это вот? А чё винтовка такая слабенькая? Обычно винтовки они очень мощные. Ну лезь уже! Есть. То есть арбалет с одного раза выносит? Да блин, он меня выносит.
давайте-ка, знаете что, мы, наверное, спустимся. Да, бегом к нему! Убить, убить! Вышибем ему мозги! Вот и все. Прекращение поиска. Если вы знаете, стараетесь использовать врага и дойти кроме места. Через какое-то время враг прекратит поиски. Понял? Окей. Выходи и покажи! Не ссы, я теперь такой же, как ты. Выживаю, как могу. Может, выйдешь? Побазарим, поторгуем. Сейчас поторгуем, не переживай. А, ну шаг у меня сел. Шаг у меня сел. Ложись! Экшончика не хватает, да? Давай, давай. Аптечек, в принципе, хватает у меня. Это был последний. Господи, Коу, скольких ты успел вывесить? Вообще, так, конечно, не делается. По стелсу. Ну ладно. Не просить. Так, сколько мне болтов? 4 болта осталось. Кстати, их облутать. Аптечка. Винтовка, я не знаю. Как бы снайперская винтовка была бы хорошо. Но урон пипец у нее. А теперь мое. Калаш. Пистолетный патрон. Так. Это, наверное, был генератор, но теперь это просто решето. Не знаю. В принципе. Чтобы ходить по стелсу, хотя винтовку можно потом сделать как снайперская. А как тут грейдить оружие, вообще не понимаю. Тряпка, нет места. Так, давайте посмотрим. Ничего не показывает. Так, медицина. Ай, господи. Могу только использовать, да? Так. Да чё я крадусь, в принципе? Слишком мало. Я просто боюсь, сейчас что-нибудь сделаю там вот по миссии, да, и начнется какая-нибудь лабуда. Там наверху было много чего. Ладно, думаю, хватит. Вот и все. Бросай! О. Будь у тебя хоть один патрон, я был бы уже труп. Целая база с патронами, а не патронов. Прошу вас. В женщин я стреляю, когда нет выбора. Есть у меня выбор? С меня взять нечего. Я бездомная. Не знаю, вот я бы хотел винтовочку. Ох, ты ж, блин. Ну ладно. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Давайте посмотрим. Детали. Пригодится. Так. Я давно не играл, поэтому мне нужно. Сейчас могу немного тупить где-то местами. Максимум всего. Нам глушитель надо было, конечно, желательно. Тогда я находил глушителей очень много для пистолета. А сейчас... Максимум, максимум, я попробую. Так, тесак. Давайте заменим, в принципе. Хорошая вещичка. Против наших зомбиков самое то.
Так, канистра у нас тут есть, поэтому бензин. Я думал, тут просто надо будет кататься по этим. Так, давайте здесь посмотрим, что у нас максимально все. Так, ладно. Нам нужно найти бункер, правильно? Посмотреть. Сейчас тут какая-нибудь ловушка. Люк, ага, вот он. Давайте спустимся, посмотрим. Почему я не могу болты арбалетные брать? Вот это меня напрягает. Здесь ничего нет. Растяжки нигде нет. Карта. Они тут все подробно разметили. 8%. Окей. Лагерь Копленда. Доверие. Охотник на засады. Сдачи мы с Бухарей не можем поехать на сер, пока я не починю байк и не найду экипировку поприличнее. Я понял. Новый рецепт доступен. Охотник на засады. Это все хорошо, я себя знал. Битва. Новый рецепт. Битва с гвоздями. Инструкция. О. Новый рецепт, это меню выживания. Эк, слышишь? Может, ерунда, конечно. По-моему, кто-то проехал по горе, моторы шумели. Я только что зачистил радиовышку для Копленда. Так, доступно. Я могу сюда что-нибудь положить? Там вроде писалось, что я положить не могу. Пистолет, состояние хлам. Я могу... Как грейдить пистолет, оружие вообще? Особое. Вы не можете купить припасы. Так. Где это все происходит? Нет оружия. То есть как я... Сейчас заберусь на нее, может, увижу что. А, нам все-таки подниматься придется, да? Стоп, а давайте-ка, может быть, сохранимся. Давай бегать, как инвалид. Как Бухарь говорит, койка зовет. Манит меня к себе. Что у нас по чертежам с оружием? То есть, так, стоп. Где выход? А, вот. 8 аптечек, 10 деталей. Бинокль. Запись на радиовышку. О, наши друзья, слышу. Эй, Дик, ты там как? У тебя что-то голос странный. Да нет, ничего. Я просто не ожидал. Мне повезло, у бабы патроны кончились. Ты ее отпустил, так ведь? Ну да, твою мать. Да, я ее отпустил. А что бы... Рано или поздно, Дик. Эти твои принципы тебя убьют. В смысле? Стрелять? Ага, ну, все равно меня что-нибудь убьет. Да. Какая разница, что? Отбой. Нехилая высота. Ладно, посмотрим, о чем там говорил Бухарь. Это делаю не я сейчас. Точно. На горе кто-то есть. Вижу дым от костра. Твою мать, мне не померещилось. Где они? Я пойду туда. Нет, Бухарь. Тебе надо руку лечить, чтобы мы могли уехать отсюда. Я сам разберусь. Где он ведь думает костра? Тихо, блин, да я уже с ума схожу. Сидя тут на жопе. Только постарайся не спать. Вдруг они к тебе явятся. Отбой. Все по максимуму, слушайте. Я богач. Ладно, все, спускаемся обратно. Да уж. Что-то я совсем не в форме. Ну, арбалет, если честно, это такое читерство. Во всех играх почему-то арбалет убивает с одного болта,
С автомата Калашникова в тело человека насадить. Уже почти. Ну давай, давай, почти добрался. Давай, давай. Спускаемся. Ну, черт, тяжело. Да, вся серия будет у нас такая. Бегать, не знаю, брать, не обрез, не брать. Как бы так. А, он еще может быть как основным оружием быть. А вот он еще. Шум моторов. А что это? Надо спасти Бухаря, мой брат. Не знаю, я бы взял винтовочку. Она слабее. Там наверняка еще способность выше. Да что-то я не заметил. И патронов на ней нет. Автомат Калашников. М7. Просто винтовку можно снайперскую делать. Ее тыщ сдалека и все. То есть я так думаю, что по итогу это можно будет делать. Так, знаете что? Мы сейчас возьмем канистру, чтобы заправить наш байк. Вот он мой байк, красавчик. Ну, давай заправим. То, что надо. Ну вот, порядок. Ладно, пока винтовку мы оставили. Взяли автомат Калашников, сейчас надо патроны. А что, я не могу патроны взять? 15 по 15 патронов, что ли? А больше? Ясно. Лагерь Копленда. Это Сент-Джон. Все в порядке. Радиовышка зачищена, связь восстановлена. Хорошо. Понимаешь, Сент-Джон, радио «Свободный Орегон» — единственное, что не дает нам окончательно одичать. Нет, Коуп. Единственное, что не дает нам одичать — это запас еды на 3 дня. Попробуй 3 суток не жрать. Поверь, голодных патриотов не бывает. Что ж... Что это не так? Конец связи. Радио «Свободный Орегон». Господи, что я делаю? Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Кто помнит, как выглядят американские... Бухарь, ты не спишь? Я направляюсь в лагерь, который ты обнаружил к северу от горы. А, я слышал выстрелы. Горная засадка, лагерь. На месте разберусь. Отбой. Некоторые из них сражались за эту страну, а потом федералы просто забыли. Бухарь, ты был... Бей или беги, иногда лучше выход из ситуации просто бежать. Если у вас остался запасы, нажмите, чтобы перейти на бег. Прав. Они расположились у железнодорожных путей. Прикончи всех этих ублюдков. Почему я приезжаю в упор? Я и собирался. Отбой. Ай, блин. Все, я валю, 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 валю. Валим на... Вот это я приехал. Почему неправильно километраж показывал? Эй, Дик, слышишь? Я думал наведаться в лагерь лесорубов, гнезда зачистить. Там много фриков развелось. Бухарь, не надо. Ну, не лезь на рожон, а? Приди в себя сначала. Слушай, я все равно рядом. Я сам зачищу гнезда, ладно? Да, ладно. Спасибо.
Спасибо, Дик. Не, Дик, подожди до вечера. Меньше фриков будет в гнездах. Или займись ими, пока светло, и будет... Да. Разучился играть в эту игру. Постелился. Дик, как дела? Я смастерил для тебя пару вещиц. Заскочишь? Хорошо. Бухарь, спасибо. Да, я заеду попозже. Ядрит Мадрид, ну а ты откуда взялся? Все. Почему я их не могу облутать? Сколько их там было? Должна так нарваться, а? Интересно, попаду я в хедшот или нет? Ох ты, ё-моё. Ну всё так просто. Тут, конечно, снайперская винтовка не помешала бы. Валим, я промахнулся. Да. Попробуй сейчас его валить в кустах. Готов. Штакет. Штакет надо воевать мне не очень радует. Арбалеты не дальнобойные, но мощные, что странно, да, то есть должен сам посеваться. То есть он должен валить очень жестко далеко. Да их там очень много. Давай, два, иди сюда. По одному вас выманю. Слишком вас много. Я не хочу пальбу открывать. Я просто не могу привыкнуть, что здесь... Хорош, хедшот. Все по классике, ребятушки. Автоматы патроны почему-то я не могу взять. Так, сейчас мы уберем вот этого, который нам мешает. Но он слишком далеко. Я бы его с снайперской винтовки бы тыщ, и все. Заберу-ка. Угу.
слышу шаги. Бежим! Бежим! Бежим, 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 не попадете, не попадете. Блин, как я так спалился? Бежим, 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 оббегаем. Они же сейчас эти зараженных. Пора пальбу начинать войну. Он дробовиком был. Чего такие тупые, а? Давайте по. Ой, я вспомнил, как переворачиваться. Беру-ка. Это женщина. 8 марта тебя. Как раз 8 марта сейчас будет. Через пару дней. Какая нехорошая мадам. Зараза! Сама зараза. Это последний. А не надо лезть на гору О'Лири. Дым над горой. Тут еще опыта. Так, хорош. Охотник на мародеров, я понял. Надо спасти Бухаря, наоборот. Стабилизатор нет места. Что за стабилизатор? Бухарь с лагерем бродяг. Все. Больше они никого не убьют на горе О'Лири. Ладно. Дик. Я должен был помочь, в смысле. Черт. Отдыхай, Бухарь, отдыхай. Как рука заживет, двинем на север. Понял? Да, да, понял. Отбой. Бутылочку мы заберем. Так, топор нам не нужен. Ты наружу? Да, поеду к кладбищу. Попробую отыскать тайник Леона. Не понял. Что ты сказал? Ты отдыхай, Бухарь. Как только оклемаешься, двинем на север. На север. Я что-нибудь мог забыть, да? Ну, уничтожил я их всех, и дальше что? Дик! Черт, знаешь, меня задолбало, что в лагерь приходят намады и убивают моих людей, как будто мы в водище. Что у вас, Коуп? Явился какой-то тип, наркоман Кочер. Устроил тут пальбу и просто свалил. Мэнни сказал, что у него был байк с красным бензобаком и шлем такой серебристый. Ладно, сейчас попытаюсь его догнать. Он нужен мне живым, Дик. Живым? Живым. Поймаешь его, сразу сообщи мне. Мы притащим его сюда и повесим на первом же суку. Пора показать мерзавцам-намадам, что в этом лагере есть закон и порядок. Без обид, я не о тебе. Какие обиды, я его найду. Ладно, наркоман, карта. Бежим за байком.
Если честно, байк немножко напрягает. Что мы постоянно приняли. Дик, слышишь меня? Ты что, реально поехал на север? Да нет. Опа, увернулись. Опа, это я словил. Да нет. Ты же знаешь, без тебя я на север не уеду. Да, 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 я просто туго соображаю. Такое бывает при ожогах третьей степени. Да. Ну, позаботься об Альваресе, ладно? Дик, для меня это важно. Я позабочусь о ней. А ты отдыхай. Конец связи. Так, зачистка лагеря, да? Вы не сможете зайти в форсаж, если на вашем байке нет окиси азота. Приобрести соответствующий эффект нужно механику в любом лагере. После ее установки нажмите Alt во время езды на байке и включится форсаж. Я понял. Просто здесь вот километраж, ну, вот это, метры эти. Вроде бы 100 метров подъехало, там уже меня ждали. Так, ну что, сделаем зачисточку. И потом вернемся в апгрейдом стволов. Я думаю, что встреча у нас должна получиться. Ну, я на месте. Так, в лагере надо бы потише. Да. Не-не, надо оставить байк здесь, Дик. А не то вся орава на тебя набросится. Словно дом родной. Дело в том, что нам слишком воевать с ними нельзя. Зараженным зонам называются в опасность за районы, которых фрики строят гнезда на спячке. Чтобы очистить маршрут для быстрого перехода, нажмите все гнезда. Уничтожьте все гнезда. Уничтожьте, я понял. Это я понял, я понял так начать. Это что потом быстро перемещаться. Охренеть, вы что, тут все разом обосрались? Фу, господи. Долбаные фрики, вы-то что тут забыли, а? Так, нам бы куда-нибудь бы залезть. Это западня. Так, осторожней, осторожней. Ёшкин ты бот. То есть здесь-то, ой-ой-ой-ой-ой, гнезда. Здесь может смертушка моя прийти. Так, я понял. Сейчас знаешь, что мы сделаем? Мадрид, а? Страшно.
давай, цыпа. У вас слишком много голубей. Он еще уворачивается от меня. Холодное оружие надел в ходе путешествия по миру рюкзак ломается, время сложно обращать внимание на индикатор прочности оружия. Идрис, надо встать. Черт, патронов мало. Зря на него напал. Ах ты, гадость. Поиграю так. Будем очень долго это делать. Да. Это зачистка одного гнезда было, правильно? В смысле? Так, сейчас жахнет. Давайте, ребята. Я теперь буду очень... Да как он меня увидел? Опыт дает в рукопашную. Так, одно гнездо готово. Сколько их еще? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот дурак. Да, с меня стрелок просто шикарный. Выдержи. Жесть какая-то. Пипец. Вообще просто жесть, просто ужас. Кстати, я же гнезда зачистил, как бы так, да? Мне же должны что-то зачищено. Но считается, типа, что я одним махом вот это что-то осталось. Типа гнездо. Создадим. Разогрейтесь, чуток. Да, хедшот. Само патронов или пистолета много. Да мне здесь ничего не надо. Давайте палку пока возьмем.
будем ей колбасить, а что делать? Стоп. Топливо. Керосин. Окей. Тряпочка. Тряпочка. Так, 3,6, да? Давайте коктейли наделаем сразу, чтоб потом. Что ты здесь происходит? Я вам помогу. Гори, Фрик, гори! Я еще и стрелу пустил, хотел пистолет. Здесь уже все. Что там может лежать? Патронов еще. Где он там хрюкает? Теперь будем по стелсу работать. Потому что все заканчивается. Кстати, автомат Калашников очень хорошо помог. Жареный фрик. Надо постелся. Отлично. Вот это хорошо рванет. В смысле рванет? Что там собираешься взрывать? Ничего нет. Давайте подмечаем этих клоунов. Все. Бы. В смысле максимум? Но, стоп. Где-то раньше было, а? Чудо. Ублюдки, давайте! Хедшоты! Мимо. Есть для этого доска. Ах ты меня резанула. Вот девки, а? Девки, спасибо, Марта. Спасибо, Марта тебе. Где еще одно? Где еще одно чучело? Вон оно. Там и здесь. Тупая как валенок. Ухо фрика.
тряпочку возьми. Почему у меня не создается глушитель для пистолета? Я что-то не понимаю, или пистолет просто... Все, патронов нет на пистолет. Пипец какой-то. Еще одно гнездо осталось. Патроны-то мы не даем нам, да? Пойдемся без патронов. Ну, в принципе, нормально. А где еще гнездо? А, вон. Там. Так, пора серию заканчивать. Так, походу, в этой хижине гнездо. Давайте, ребятушки, поехали. Хорошо. Неужели все? Фух, наконец-то. То есть как они определяют вообще, где я это вот? Да, залезть на крышу и дрик-мадрик. Бухарь, все готово. Я зачистил гнезда. Теперь на горе будет чуть меньше фриков. Эй, Дик, как дела? Много их было? Ага, но я решил их засветло зачистить. Они же не любят дневной свет. Да, ну так, наверное, и надо. Ну, в общем, ребята, спасибо. Спасибо, что помог, Дик. Спасибо, карман не положишь. Отбой. Блин, Виталий, выберется новый навык. Какой новый навык? Вы чё? Народ. Ух ты, блин. Сент-Джон, это Куплан. Что-то давно Бухаря не видно. Просто он ходил для меня на вылазки. Вы же с ним друзья? Я пытался с ним связаться, но не вышло. Если увидишь его, скажи, Куб просил заглянуть. Буду очень благодарен. Конец связи. Какая же ты дура. С 8 марта. Так, стоп. Давайте-ка мы все облазим. Посмотрим. Ясно. Тут, короче, бесконечное количество. А нам нужно, знаете что? Стрелы для арбалета. В этом доме ничего нет. Так, сейчас зачищу полностью от этих веселых. Друзья мои, и мы закончим серию. Хорош. Набираем опыт, короче. Все болтаем и завершим пока. Открывай. Ну не тупи, пожалуйста. Я только не знаю, эти клоуны тут бесконечно появляются, или все-таки имеются лимит какой-то. О, теперь я могу. А, значит, все-таки опутал. Ну, что поделаешь? Я не знаток у машины. Давай, я долго ждать не буду. Ну, чем так обманывать? Ну, максимум. Что максимум?
Некоторые молотова я могу создать. Керосина не хватает. Так. Все, в принципе. Давайте посмотрим, что здесь. Ну и куда ты бежишь? Ты что такое? Я же говорил. Просто хоровод с тобой водишь, и ты уже тупой, просто буквально. Так, давайте-ка мы заберем калитку. Облутаем здесь все, и на этом я завершу серию. Ну, кто не хочет смотреть, то спасибо за просмотр. Кто захочет до конца посмотрим. В принципе. В следующей серии потом продолжим. По миссиям гулять. Проверять, что здесь есть. Сюжетную линию и апгрейд оружия, кстати. Мне очень интересует, когда я уже начну улучшать свои пушки и стволы. Сейчас пока просто собираемся. Так, все, да? Мне нравится, что как в Ведьмаке вот это можно проверять. Облегчает немного работу. Слишком бы долго это было. Ой, мачете, конечно, я заберу мачете. А, блин. Как прочность повышать мачете? Подождите-ка. Как-то можно это повлиять? Нет, я не могу повлиять на это. Ну все тогда, в принципе. Палька нам не надо. Забираем канистру. Что там такое может лежать? Брать даже коробка с гвоздями, хорошо. Так, канистру швыряет вообще. Заправляю байки, ребятки, и завершаю то, что надо. Прохождение игры готово в данный момент. Жалко не тебя канистру как-то повесить. Можно ее повесить с собой кататься, да? Все, всем до следующей серии. Приглашаем дальнейший просмотр. Всем пока.